Саша Крикун. Я сегодня поняла, что я вот хочу полностью о нем забыть и избавиться от всех вещей, которые мне о нем напоминают. И я хочу их кому-нибудь отдать. Вот, например, вы, можно вас сюда, на секундочку? Значит, спичечный коробок, в который складывала все его опавшие реснички. Носочек с дырочкой, из-за которого он не захотел ко мне подниматься. Лифчик его бывший. Так, стоп. Это ж я теперь его бывшая. Так что это мой, а я сейчас в чем? Ой, как неудобно получилось. Коробочка, в которой лежит счастливый билетик с автобуса, который он съел. Спасибо. Да, вам не показалось, стакан был пустой. Девочки, я думаю, хоть раз из вас проживала взаимную любовь. И я уверена, что каждая из вас писала вот такой вот стих, который я сейчас прочитаю. Значит, воображаемый листочек, чтобы вы не подумали, что я его заучила. Итак. Короче, понравился мне пацик. И он, если хер мне не пишет. И у меня для вас плохая новость. Мне кажется, я верлибр написала. У него мой любимый разрез глаз. А то, что он может в жизни оказаться мудаком, меня уж не волнует. А еще у него есть белая футболка с треугольным вырезом. А у нас у телок есть негласное правило влюбляться в парней в белых футболках с треугольным вырезом. Значит, я вот уже вторую неделю умираю в луже своих слез и соплей. Я капаю в эту лужу капельку бензина, чтобы там расходились такие прикольные цветные кружочки. Я просто люблю прекрасно, и тебя очень сильно люблю, будь со мной. Я бы, конечно... Ларь Пагана со стенкой ВКонтакте, в которой уже нечего лайкать, чтобы обозначить, мол, видишь, я жива, сердце мое бьется, а голос нежно льется и застыла кровь короля. Кровь короля, я просто жарила короля. Я хозяин, что я... Наверное, думайте, что я идеал. Нет, я такая же, как и вы. Я обычная. Я отношусь к тем обычным людям, знаете, вот которые поставили нормальную входную дверь. И вот она навеки вечно остается с этой оранжевой пеночкой по контуру вместо нормальной рамы. Все, что не делается, все к Эштону Кучеру. С вами была Саша Григорьевна. Спасибо, до свидания.